Ну вот апельсин я нарезала с лимонами. Вот здесь у меня литр воды и 200 грамм сахара. Сахар я положила только для того, чтобы сразу стабилизировался вкус. А потом уже тогда будем по тому, как... Ну, короче, сахар у всех какой вкус, и концентрацию тоже все же делают разную. Ну что, начинаем. Ну, все прокрутила. Одну порцию на сливки я уже нагрела. Кипятить их не надо, только нагреть. И сейчас вот еще 200 грамм. 200 миллилитров молока и 180 грамм масла. Просто я боюсь мешать, делать разное масло. Поэтому будет так. Ну, а это я вот все прокрутила, все ставлю на газ. Пусть греется. Кипятить его, еще раз повторяю, его не надо. Все. Это сейчас вот высыпем. Ну, как всегда, половина мимо. Одной рукой всегда. Все сыпется. Все. Ну, здрасте. Все, и сюда вот этот сироп. Все, и оставляем все это дело до завтра. Просто если бы это было днем, то время уже поздно. Конечно, я уже ночью сейчас делать ничего не буду. Сейчас еще нагреется, покажу сливки. Я их уже показывала в прошлом году, но покажу еще раз.